Братья и сестры, здравствуйте. Есть такая пословица русская: «Авоз и ныне там». Она взята из басни Крылова про лебедя, раку и щуку. Там, где лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука лезет в воду. Ну и там, как помните, значит, кто виноват, судить не нам, но воз и ныне там. Мы сегодня возьмем эту цитату, имея в виду воз не в смысле ту телегу, груженную чем-то, а в смысле Всемирной организации здравоохранения. Потому что этот воз тоже и ныне там, где он находится, это огромная бюрократическая организация, которая наряду с другими бюрократическими организациями транснационального характера, эти надстройки над, как бы, над всемирным этим, над всемирной деревней, пытаются управлять нашей жизнью незаметно. Пока мы там приковали внимание к Олимпиаде, там, пока мы там смотрим очередные там, информационные психозы там, западные по части вторжения России в Украину, пока мы там смотрим на то, что смотрят все, есть бюрократические организации, в которых там какие-то хитрые очкарики, значит, это пишут какие-то всякие бумажки, которые нам сейчас, в общем, от них ни холодно, ни жарко. Но придет время, эти бумажки нам будут предъявлены как закон, всемирно для исполнения обязаны. И мы должны будем, так сказать, корректировать свою деятельность, исходя из тех бумажек, которые написали в тишине какие-то очкарики, значит, которые сейчас пишут. Значит, в частности, вот в этом ВОЗе, который не про здоровье вообще. Вот эта Всемирная организация здравоохранения. Там им здоровье их там интересует не в первую очередь. И не только здоровье их интересует. Имеется в виду так называемый документ «Международная классификация болезней», МКБ. Она уже выходит в свет вот, в ближайшее время там, в 11-й редакции. Большинство стран на сегодняшний день руководствуются МКБ, классификацией болезней, кажется, с 1975 года прошлого века, МКБ-9. 9-я редакция. Ну, вроде бы ничего плохого, как бы медики всех стран должны одинаково классифицировать болезнь, одинаково прописывать, в общем-то, рецепты, там одинаково бороться с теми или иными вызовами. Если бы это касалось только болезней. Дело в том, что все эти, значит, организации, вот этот ВОЗ, который ныне там, он лезет в некие заповедные области идентификации человека. Медицина ведь шагнула далеко, и люди в белых халатах теперь залезли в тайну генома, зачинают людей в пробирках, мечтают о трансгуманизме. И вообще там, короче, у них такая фантазия в голове, что голова профессора Доуэля, как бы это не самое страшное, что можно придумать. И вот у них там такая целенаправленная, такая левацкая такая идея современных левых, этих БЛМщиков, там, этих всех феминисток, этих яростных, значит, вот этих всех борцов за сексуальные девиации. Все очень просто и сердито, значит. Дело в том, что они выводят из числа психических и физических расстройств самые разные половые извращения. Первым там ушел как бы гомосексуализм, как бы назван был нормой. А теперь, начиная наряду, педофилия. Она предлагается ее считать как бы неким таким позволительным отклонением, которое, в общем-то, не делает человека ни преступником, ни страшным для общества. Ну, просто вот так вот, вот нравится ему там девочке 4-летнего возраста. Ну, что тут такого? Ну, как бы смиряйтесь, как бы. Ну, как бы так. Оно как бы смягчается классификация вот этих половых извращений социально опасных. То же самое касается различного рода трансгендеров и всех этих фокусников над своей природой. Вот те, которые мужчины, чувствуют себя женщинами, женщины чувствуют себя мужчинами. И вот эти все люди, которые чувствуют, ну, что-то такое чувствуют, как бы, и превращаются в какой-то фактор раздражения для всей Вселенной. Раздражают Господа Бога, другими словами. Портят жизнь себе и окружающим. Они все выводятся из числа, ну, странных людей, которыми они всегда были. Необычных людей, проблемных людей, больных людей, в конце концов. Вот. И помещаются в разряд нормы. Вместо этого в разряд болезни попала любовь. Согласно упертому материализму современного человека, любви нет. Есть как бы химия в крови, там есть весна, расцветающие, там, набухающие почки, и все. Есть просто гормональные сбои, гормональные атаки, есть прыщи, в конце концов, юношеские, а любви нету. Не более 4 лет Всемирная организация здоровья отводит человеку на влюбленность и любовь. Потом оно должно уйти, завять, засохнуть, как бы исчезнуть. Как бы. Потом нужно переключить свое внимание на другой объект, ибо нет любви, а влюбленный болен. Аманти, аменти, как говорили римляне, влюбленные и безумные. Значит, вот пока мы здесь сидим, вот, значит, смотрим телевизор, значит, кто кого обгонит на лыжной гонке или в спринте, значит, или смотрим на фигуристов и фигуристок, в это время в каких-то кабинетах какие-то люди пишут бумаги, которые должны радикально изменить жизнь всего человечества. Потом это все будет представлено нам под ясные очи, белыми ручками, значит, и скажут: все, вы должны согласиться. Ну что же вы, а как вы можете не согласиться? Все согласились, вы тоже соглашаетесь. И наше Министерство здравоохранения
берет под козырек, как бы как обязанное перед кем-то, значит, такой потихонечку эти бумажечки все получает по своим каналам. И там как-то так уже действует в соответствии с этими бумажечками. А потом это придет законотворцам, потом это пойдет в парламент, в законодательные органы, потом это придет на телевидение, туда-сюда, там, в общественное сознание. А потом мы, в общем-то, и не узнаем мира, в котором живем. Потом мы и не хотим жить в таком мире. Что это за мир такой? Что же вы испортили такую прекрасную вселенную? Такой красивый Божий мир сделали какие-то Содомы и Гоморры. Так вот, имейте в виду, что ВОЗ и ныне там, эта организация занимается не только здоровьем, иногда совсем не здоровьем, а наши органы, подконтрольные этой надгосударственной структуре, вот Министерство здравоохранения, они всегда будут готовы взять под козырек, да, и исполнить то, что сказали им начальники, бюрократы, некие неврачи, может быть, даже зачастую, из этой неслышной и невидной такой затихаренной организации, которая рискует превратить нашу жизнь в филиал Содома и Гоморры. Да, имейте это в виду. Это очень серьезная информация. Так что мы тут чай с плюшками кушаем, как бы, значит, а где-то решаются наши судьбы. И мы об этом ничего не знаем. Нам об этом ничего не говорят. Вот какая хитрая жизнь настала в датском королевстве. Будьте внимательны. Христос да хранит вас. Без молитвы все пропадет. Молитесь Богу. До свидания.